Само покрытие бульвара будет вот и вот. Это верхняя часть, это то, что я показывал с разделениями цветовой гаммы. Это у нас облицовка непосредственно опорной стенки, которая останется, хотя сейчас она уже будет только декоративную функцию нести, чтобы люди не вываливались. Да. Это тоже натуральный материал. Это разделение беговых дорожек и сами беговые, велосипедные дорожки. Это верхняя крышка с капельниками, со стеками воды верхнего основания непосредственно этой опорной стены. Здесь, почему это может быть, мы сейчас, у нас хорошо получилось в Тобольском парке, такие копейки сюда поставили, не скажите, потому что нет парапеты, там мусора не будет, нет. Здесь же еще нам предстоит очистить этот парк в Москве. Видите, мы говорим, смотрите, вот да, он, да, да, вон она лестница, вон лестница, видите, идет. Это лестница, это непосредственно спуск. Вот. Мы планируем, мы заводим сюда освещение, это будет освещенная лестница, которая у нас на Москве будет лестница. Здесь все зелентрест мы приведем в порядок, сделаем нормальный конструкционный сквер, 4 гектара стоит, который будет заброшен и лишь. Вот бульвар Жванецкого дает сегодня жизнь, старт, новый старт в своем микрорайоне. Честь большая. Да. Хотел, чтобы вы посмотрели, одобрили, как, да, вы, да. Как вы считаете? Ну, я считаю, ну, это прекрасно все. Конечно. Да и что еще сказать, это будет уже просто спорт. Я прекрасно. Я не думаю, что быстро там месяц придет. Нет, ну, понимаете, ну, смотрите. Дали название бульвару, да. Все проголосовали, все поддерживали. Ну, дальше либо вот, чтобы он соответствовал вашему таланту и вашему вообще вкладу в Одессу вообще. Поэтому он должен быть на высоте, считать, что это действительно любимое место в России. Вот оно будет просто. Я бы очень хотел. Поняли? А кепку дали, каску. Вот капку это дали, было бы...